Привет! В этом видео я расскажу про способы получения алканов. Напомню, что алканы – это предельные углеводороды, в которых все связи между углеродами одинарные или сигма-связи. Первый представитель алканов является метан, CH4. Вот я написала метан, второй представитель – этан. Нужно знать и запомнить способ получения метана – CH4 в лаборатории. Его получают с плавлением соли уксусной кислоты с гидроксидом натрия. Вот мы берем натриевую соль уксусной кислоты, сплавляем. Получается метан, второй продукт карбонат натрия. Другие алканы получают путем взаимодействия металлического натрия с галоген-алканами. Вот у нас пример получения этана. Один продукт этан, второй натрий йод. Данная реакция является именной и носит название реакция Вюрца. Ее нужно тоже знать. Если видео было вам полезным, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии, какие бы видео вы еще хотели бы видеть на моем канале. Спасибо!